Около 12 ночи ракетные удары по Харькову. Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском. В первом случае предварительно по объекту, критически важному для нормального жизнеобеспечения города. В Холодногорском районе попадание по одному из предприятий Харькова. В Салтовском районе в месте попадания ракеты – пожар. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.